Всех приветствую. Продолжаем рассматривать работы художников, знакомиться с их автобиографией. Андреа Камассеи, итальянский художник, гравюр в стиле барокко, работавший в основном в Риме, под патронажем Барберини. Напомню, что дом Барберини – это семья итальянской знати, получившая известность в Риме 17 века. Родился в Умбрии, в семье небогатых родителей в ноябре 1602 года. Активно занимался живописью в палаццо Барберини, а также в любимой церкви Антонио Барберини, Санта Мария делла Кончезионе, где он нарисовал Успение Богородицы на куполе. Его обучал Доминикино, также работал под руководством Сакии Петро де Кортона. Написал «Триумф Константина» для Баптистерия Латеранского дворца. Написал для Таддео Барберини два больших полотна, изображающих резню Необида и охоту на Диану. Также нарисовал святых Бонавентуру, Фернандо и Людовика де Толоса для Санта Катерины Распичиана. Известен своей способностью создавать захватывающие образы, рассказывающие истории и вызывающие эмоции. Его работы демонстрируют мастерство владения цветом и композицией, создавая образы, которые одновременно красивы и заставляют задуматься. В работах Камассеи часто присутствуют мифологические сцены и религиозные сюжеты, отражающие доминирующие темы периода барокко. Он был особенно искусен в передаче движения и эмоций своих работ, воплощая в жизнь истории и персонажей, которых он изображал. При жизни Камассеи был очень уважаемым художником, и его работы пользовались спросом у меценатов по всей Италии. Он был настоящим художником тем, кто использовал свое творческое видение, чтобы привнести красоту в мир. Его работы продолжают вдохновлять поколение художников и любителей искусства. Умер художник в 1649 году. Но так вкратце, из переводной Википедии, из тех данных, которые мне удалось найти в интернете, о Андреа Камассеи, итальянском художнике, гравюре в стиле барокко, работавшем в основном в Риме под патронажем Барберини. Пока-пока, до свидания.